В ноябрьске растет число преступлений, и такой вывод можно сделать по итогам отчета, который сегодня перед главой города представили руководители силовых структур. Так, только по линии ОМВД за второй квартал зафиксировано свыше 900 преступлений. Неспокойной остается ситуация и с наркотрафиком. Сотрудники госнаркоконтроля только и успевают вносить все новые наименования в реестр запрещенных веществ. За второй квартал 2013 года оперативникам удалось раскрыть 43 преступления. 27 из них были связаны непосредственно со сбытом наркотических средств. Заведены 52 уголовных дела. По 20 в суд направлены обвинительные заключения. Обезврежено 3 организованные преступные группы. Данные группы занимались сбытом наркотических средств, одна из которых, значит, реализовывала пищевой мак, в составе которого содержались наркотические вещества. Изъято, значит, данных семян мака более 2 тонн. Также при оперативном сопровождении данной группы было изъято около 450 грамм героина и выявлено преступление, связанное с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Сумма легализованных денежных средств составила 2 миллиона рублей.